Друзья, привет! И снова я, с вами Волченко Сергей, канал Тибигун.ру. И как вы догадались, у нас сегодня на обзоре электромобиль под названием Ford GT. И артикул у него LQ817. Итак, поехали! Этот автомобиль предназначен для детей от 1,5 лет, когда уже ребенок может спокойно держать спину и сидеть, до 4 лет максимально. Небольшой электромобиль, на котором можно гонять на улице и дома. Стандартная езда у него 1,5 часа, время зарядки 4-6 часов. Два движка у него стоит, 2 по 35 ватт. Скорость вперед, скорость назад, регулируется все рычажком справа, нейтралка есть. Скорость вперед, ребят, написано везде до 7-6 километров в час. Друзья, 4,5, максимум 5 километров в час машина разгоняется. У него, автомобиля у этого, есть плавный ход. Но сейчас этим уже не удивишь никого. Она разгоняется плавно, вперед-назад. Тем самым нет рывка никакого. Сигнал 1, кнопочка на руле. Музыка на руле. Вторая кнопочка. Симпатичная машина. Подсветка у нее красивая, сзади тоже светится, я вам потом еще ее снизу покажу, что там есть. Есть там приколы, которые помогают жить нам всем. Плеер стоит стандартный, есть в нем музыка, в плеере есть выход для телефона. Берем провод, сюда втыкаем, сюда вставляем телефон, включаем музыку, все поет. Что хотите в телефоне, уже там фантазия. Что позволяет вам, то и вы и выбираете. Двери открываются, двери. Одна дверь открывается, вторая дверь открывается. Просто так она не откроется. Но она, в принципе, просто так и не защелкнется. Нужно делать вот так. Просто так не откроется, ребенок из нее не выпадет. Здесь есть защелки. Ну, на мой взгляд, это плюс, нормально. Кожаное сиденье под кожу сделано. Она комбинированная. Пластиковое идет, эргономичное сиденье. И идет, соответственно, кожаная вставка. Ну, кожзаменитель. Прошито, очень симпатично, смотрится вообще так дорого-богато. Ремень безопасности, он регулируется, то есть можно поменьше, можно побольше. Это я говорил детям, допустим, да, от 1,5 лет. Вы его пристегнули, ребенка, чтобы он, если вдруг будете останавливаться, чтобы он, ну, не стукнулся, объяснять не буду, да, в чем здесь преимущество ремня. Ну, соответственно, подсветка здесь симпатичная. Не знаю, видно, нет, здесь зеркала сделаны под карбон, смотрится неплохо. Ну, так, дизайн вообще прям выдержан четко. Здесь есть бардачок, друзья, это огромный плюс, поверьте. Если вы идете куда-то гулять, и вам нужно взять какую-то бутылочку или что-то еще, барахло какое-то, может поесть, может дополнительный аккумулятор. Это огромный плюс будет, вам не нужно это нести все в руке и не класть ребенку в ноги. Комплектуется инструкции на русском языке, инструкции на английском языке. Пульт управления есть в нем. Он цепляется прямо к автомобилю. Открыли, зацепили, и машинка поехала. Пульт работает. Вперед-назад. И еще на пульте регулируется скорость. Нажимаете одна кнопочка быстрее, вторая кнопочка и третья, максимально третья кнопочка. То есть тем самым вы, ну, регулируете саму скорость на пульте. На машине она не регулируется. На газ нажали, она едет максимально, разгоняется. Парковка. П. Нажали, машина остановилась, максимально заблокировалась. Ничего не работает здесь. Ни здесь, ни здесь. Пока на П не нажмете, опять, соответственно, автомобиль не поедет. Пульт. Далее. Зарядное устройство. Сюда обычное зарядное устройство. И еще два ключа остается. Два ключа – это колеса, ну, бортировать, скажем так. Так вот, бардачок. Если вы возьмете с собой батарею дополнительно и положите вот сюда, она войдет 7. Я вам скажу сейчас параметры. Вы ее вытащили, и вам еще 1,5 часа. Проблем не будет, вы не будете с собой автомобиль вести там, как чемодан. Комплектуется батарейкой 12 вольт 7 ампер час. Друзья, 12 вольт 10 ампер час вы сюда воткнете по размеру. 12 вольт 12 ампер час сюда, ну, уже зарядка не залезет. Но есть прикольная тема. Вы сюда дополнительно вставляете батарейку, выводите провода отсюда. Папам надо сказать, уважаемые папы, провода отсюда выводите, два провода, чтобы мамам было удобно. Подключаете, а лучше здесь еще сделать небольшой выключатель. Здесь кнопочку нажали, все, и поехали дальше. И у вас получается две батареи по 12, по 10 ампер. Получается 12 вольт, 20 ампер у вас батарейка. Прослужит эта машина часа 3 без прерыва точно. Она будет гонять.
И это кайф. Давайте посмотрим, что снизу. А снизу мы имеем амортизацию почему-то только на передние колеса. Не знаю, почему сделали. Есть небольшая амортизация вот спереди, но сзади почему-то ее не сделали. Для маленькой тачки, для небольшой скорости, для небольшого веса это не критично, это ерунда. Но если будете брать тачку, берите ее всегда лучше, чтобы сзади была амортизация, вот на сзади, потому что весь груз идет сюда, ребенок здесь сидит. А здесь она и не нужна вовсе. Что здесь амортизировать? Переднюю часть автомобиля, здесь нет нагрузки никакой. Вот сюда вся нагрузка приходит. И если будет машина тяжелая и скорость большая, будут удары серьезные, все будет уходить в позвоночник ребенку. Не надо этого делать. Вот, ну, ничего страшного, не критично. Ну, good. Снизу есть колеса, уже готовые, встроенные колеса. Их не надо отгибать, с ними ничего не делать. Колесики раз и колесики два. Обычно их отгибать надо, они загибаются машинами. Шкрябаете все, корябаете. Здесь они, вот китайцы сделали, два колеса и спереди ручка. Берете машину, как чемодан. Если она у вас в парке села, не надо там сильно напрягаться, ее тащить на себе. Можно просто ее поднять и повезти. Стандартно уже никого не удивишь. Мягкими колесами. Они не пластиковые, уже все, пластик в прошлом. Мягкие колесики. Красивая глянцевая поверхность окрашена. Это не просто пластик, он крашеный, он перламутровый, симпатичный. Пульт в комплекте тоже не удивишь, да? То есть плюсы. Это стандартная, нормальная, качественная машина. Друзья, если у вас есть возможность, приезжайте к нам, пожалуйста, в шоу-рум. Здесь масса машин. Вы выберете маленькую, большую, среднюю. Такая модель. Ребята вам подскажут, менеджеры подберут, задают вопросы, подберут вам аккумулятор, аксессуары. Может, еще какие-то фишки, да, вам подберут. И еще момент. При самовывозах, при посещении в шоу-рум у нас всегда есть подарки для вас. Дорогие наши клиенты, ставьте нам лайки, мы специально работаем для вас, специально делаем обзоры, чтобы вам было удобнее заказывать автомобили и выбирать их. Всем спасибо огромное, с вами был Волченко Сергей, канал Тебегун, пока-пока.